Развитие инженерного и изобретательского мышления у детей, самомотивацию как способ социализации личности и другие актуальные темы обсудили представители кванториума «Точек роста» инженерных классов в Каспийском лицее номер 13 имени Расула Гамзатова. Первым спикером выступил заведующий кафедрой радиотехники, телекоммуникации и микроэлектроники ДГТУ Хаджимурат Гаджиев. Он отметил, что каждый ребенок является изобретателем. Мы все изобретатели. Главное не отбить охоту. То есть это любой ребенок, он изобретает. Он изобретает свое видение мира, свое восприятие, свою форму общения. Как одеваться, как питаться, как играться, как ругаться. Они изобретатели. Но можно это погасить, интерес у него, а можно всегда поощрять. Вот мама, папа, всегда он нарисовал что-то замечательно, не просто похвалить, а сказать, вот ты правильно цвета подобрал, ты правильный рисунок, ты передал объем, ты подобрал фактуру, ты выбрал сюжет. То есть должна быть мотивация ему, каждое его изобретение должно быть шагом к следующему изобретению. Обучающие секторы были разделены на три площадки – физика, химия и биология. Также организаторы Дагестанский институт развития образования и руководство кванториума Каспийска подготовили для гостей практические занятия и мастер-классы. По физике подготовили. Провели хорошие проекты, ну, наши разработки покажем. На базе Реалион есть у нас цифровые лаборатории. Хотим показать, как применяются эти цифровые лаборатории в наших занятиях. И поделимся своими идеями, как привлекать детей к техническим, как повысить интерес к техническим специальностям, чтобы они постарались иметь свои проекты. Когда проект есть, ученик быстро развивается. Присутствующие обсудили и новые подходы в изучении химии и биологии с помощью инновационных возможностей лаборатории «Релион», а также исследование качества воды с помощью цифрового оборудования детского технопарка.